Такая ситуация происходит здесь, на Маратовском кольце, каждый будний день в часы пик. Этот участок дороги связывает разные районы Иркутска, берет на себя большую часть транзитного потока. Сейчас в среднем через кольцо проходит около 9500 автомобилей в час. Это в два раза превышает допустимое значение. Обычно мы проезжаем развязки «Клеверный лист», иные развязки, которые связывают четыре направления. В случае Маратовской развязки необходимо связать шесть направлений. Более того, что практически по всем шести направлениям транспортный поток идет в равном количестве. Сейчас над решением этой проблемы работают специалисты Иркутск-Гипродор-НИИ. Они проектируют уникальную развязку. По задумке разработчиков предполагается возвести еще один мост через Ушаковку, а также два путепровода. Таким образом, с Карла Маркса можно будет напрямую попасть на улицу Радищева, а с улицы рабочего штаба на рабочую. При этом исключены пересечения, любые всяческие пересечения транспортных потоков, что делает движение по транспортной развязке безопасным, гарантирующим максимальное удобство и читаемость данного сооружения. Проект будет реализовываться постепенно в несколько этапов, чтобы не создавать трудностей для движения транспорта. Особую сложность добавляет необходимость переноса всех коммуникаций, водо- и теплоснабжения, системы освещения и канализации. Например, переоборудование электрических сетей произойдет на протяжении 11 километров. Даниил Рудаев, Евгений Шарыпов, Константин Синицын. Новости сейчас.